Ну вот, приезжает Татищев в наш город и решает построить здесь Мотовилихинский завод. Медведь сначала не был против, но затем... Нам грозят снести наш город подчистую! Где Медведь? Как же договор? Он что делать? Его не догнать! Давайте узнаем, есть ли в Перми интересные достопримечательности. Сфотографируемся возле них, отправим медведю и, может быть, передумает. Давайте? Давайте! Эй, ребята, на самом деле я самый крутой в городе, поэтому я решаю, сносить ваш город или нет. Я считаю, что в Перми есть бесполезные здания. Если вы хотите оставить город, то докажите мне, что эти здания являются памятниками. Охранники иногда рассказывают легенды о том, что они ходят ночью, осматривают здания и слышат отдаленные звуки выстрела. Страшно там, особенно когда свет выключают. Если тут такое опасно, безопасно. Так, в колесо целимся, давайте. 3, 2, 1, пли! Теперь там Татищев и на Берлин. Каждый выше на ступеньку встает. Череп и кости! И с тех пор в этом доме поселилась кикимора. Надо эти все вот полтергейсты обращать внимание и мотать на ус. А ходили люди по вечерам мимо того дома, а оттуда крики, веселье, какие-то, в общем, звуки, бряки. Ничего себе! Какие современные юридические документы! Ого! Мелкий шрифт! Ого! Сколько там пунктов! Ставь крестик! Все, крестик! Мы! Отлично! Все, договор подписан! Город будет жить! Ура!